3000 лучших врачей со всей страны объединил Национальный конгресс эндокринологов. Каждый год, уже 10-й раз, специалисты собираются вместе, чтобы поделиться опытом. Что изменилось в терапии нарушения метаболизма, как облегчить жизнь пациентам с сахарным диабетом и сколько йода нужно употреблять для здоровой щитовидной железы. Наш корреспондент Юлия Онищенко все узнала. За последний год сколько у тебя прибавка веса была? 30 где-то килограмм. Свои 13 Марк весит 140 килограммов. Проблемы со здоровьем у него начались еще во втором классе. Но за помощью семья обратилась только сейчас. Говорит, элементарно с друзьями выйти на улицу уже тяжело. К тому же лишний вес стал причиной преддиабетного состояния. Нарушена работа печени. Медики говорят, случай непростой. Марку подбирают индивидуальное лечение. Для пациентов, именно подростков, в некоторых случаях мы прибегаем к такой терапии отчаяния, как бариатрические операции. Операции, связанные с уменьшением, с удалением большей части желудка. Да, это операция отчаяния, но в ряде случаев они просто спасают жизнь таким пациентам. И вот таких пациентов, детей с лишним весом, в нашей стране становится все больше. По статистике примерно 30%, столько же взрослых. И ведь можно процесс остановить, не доводить до операции и тяжелых осложнений. Уже понятно, что диеты в таком случае бессильны, здесь нужна комплексная помощь. О достижениях в терапии нарушения обмена веществ говорили сегодня специалисты на 10-м национальном конгрессе эндокринологов. Мы открыли центр по борьбе с метаболическими заболеваниями, ожирением. Делимся с нашими коллегами с тем, что у нас получилось по каждому направлению. То есть практически все вопросы, которыми мы занимаемся с коллегами в течение года, вот здесь идет сосредоточение и такое апогей нашего обмена мнений. Сбой в эндокринной системе – это катастрофа всего организма. Сахарный диабет – яркий тому пример. Наиболее страдающие органы – это сердце, это сосуды, это глаза, это почки, это печень. Заболевания, действительно, которые не оставляют без внимания и своего, так скажем, грозного присутствия. Ни один орган, ни одна система. Примерно 5 миллионов россиян знают о своем диагнозе. Еще столько же не подозревают, что уже живут с сахарным диабетом. Ведь осложнения развиваются не сразу, годами. Болезнь протекает бессимптомно и приводит к тяжелым последствиям. Я сам уж как-то не болел и не обращал внимания. И процесс пошел. Здесь мы сделали операцию. Василий Аконович месяц назад наступил на гвоздь. Небольшая рана долго не заживала. Уже с гангреной стопы мужчина попал в отделение Института эндокринологии. Здесь умеют спасать больных от ампутации при сахарном диабете. Внутрь хрупких сосудов вводят баллон с лекарственным покрытием и расширяют суженную артерию. Так восстанавливают питание тканей. Современными технологиями обрабатывается рана с учетом дальнейшей реабилитации, с учетом сохранения опорной функции. То есть чем больше ткани останется, тем активнее пациент будет ходить. Слабость, усталость, апатия – все это признаки еще одного опасного заболевания – гипотиреоза, когда нарушена функция щитовидной железы. Самая частая причина – недостаток йода. Его дефицит испытывают почти все жители нашей страны. Этот элемент должен поступать равномерно изо дня в день. А так как йод, содержащий продукт, это преимущественно продукты моря, и доступность до этих продуктов у нас ограничена. И поэтому наше население должны понимать, что вся Россия – это территория йодного дефицита. Особенно опасен дефицит йода для беременных. Он влияет на развитие центральной нервной системы у плода. В таком случае показаны специальные препараты. Ну а всем остальным эндокринологи советуют ежедневно с пищей употреблять йодированную соль, которую можно купить в обычном магазине. Юлия Онищенко, Юлия Ходорова, Игорь Казаченко, Иван Струков, Ника Вишнякова. Первый канал. На этом пока все. Мы следим за развитием событий. Информационный канал на Первом продолжит программа «Время покажет».